Да, Руслан, здравствуй. Да, действительно, сегодня пятикилограммовая чаша наконец-то добралась до Ярославля. Желающих увидеть трофей пришли в Арену 2000 задолго до прибытия Кубка. И буквально несколько минут назад завершилась его презентация. В Ярославле трофей доставил воспитанник Ярославской хоккейной школы, нападающий сборной России Артем Анисимов. И вот что он рассказал журналистам. Какие-то требования есть вот по охране Кубка? Вот это все на себя ответственность Локомотив взял на себя. Вот, спасибо ему огромное за это. А как долго пробудет Кубок Ярославля? 2 дня. Сегодня, завтра. Какие планы? Что? Ну, сегодня как бы для болельщиков, вот, чтобы они увидели его, сфотографировались с ним, взяли автограф. А завтра для родственников, для семьи. Кубок доставили около 17 часов. Его демонстрация прошла прямо в фойе ледового комплекса. Здесь каждый желающий мог к нему подойти и сделать фото. Охотно позировал, раздавал автографы и сам чемпион мира. Нужно сказать, что вся презентация заняла около 2 часов, после чего Кубок под охраной покинул Арену 2000. В Ярославле Кубок пробудет 2 дня. После нашего города он отправится в Череповец. Студия.